la morte. Брызнули. Ой. Господи. Если... Куда? Где мой белоснежный халат и белые тапочки? В гробу. Белые тапочки. Я в новых шортах. Мы идем, ребятки, в спа. Сейчас будем спамить. Вот так. Вы, наконец-то, ногти, Юля, что мне делать? Ничего, вот это, надо побрить. Каким образом? Ну, посмотри, это нормально. Я не хочу. Ну, глянь, наведи камеру. Буду. Камеру наведи. Такое видела? Я не хочу смотреть. Ты да? Такое видела? Фокусы. Такое впечатление, что ты хвастаешься. Ну, так. Ты каждый раз тычешь в камеру эти ногти. Ну что, я готов к спа. Очень смешно. Она капитошка разорвалась. Капитошка, я малый. Самвел, покажи капитошку. Самвел, покажи капитошку. Это я просто, ты когда-то показывал, да? Я думала, у меня лопнет живот. Нет. Как-то, я не знаю, как, ты видел это? Капитошка. Как-то так, вообще, я не могу голосом? Даже... Голосом? Своей мимикой и голосом пел это. Ханба тысяч. Я сняла его уже так, приблизила, как я люблю снимать. Ханба ты. По-бризольски Коля садить. Мы идем. Где мои тапочки? Позвоните, пусть мне шампанское принесут. Альдон. Мне бы хотелось. Дай мне, пожалуйста. Ой, а ты, конечно, висикла. Так, а что там делать? Надо ручки не буду бутерброды. Слышишь, а что будем там делать? Хамам пойдем. Там есть хамам. Это чтобы мы начухали. Mm-hmm. Нет, там тебя никто не будет чухать, ну, просто да, вообще, да, да. На да. Камень. Нет, там просто на камень ляжешь, на горяченьке. Тапочки. Еще раз ногтики покажи. Самвел, я им. И шо? Мне не хочется зазреть твои двухметровые ногти. У меня тоже тапочки есть. А я тапочки одену, что ты имеешь? Двухметровые ногти. Я тоже твою волосню там на ногах не хочу лицегреть. Иди побрейся, Коля. Мужчины... Должны быть волосатые ноги, а не третьи. Знаешь, у мужчины кое-что другое должно быть. Волосатые? Он имел в виду света. Кого? Живит он, бачки, когда пролопнет. Я не люблю, когда волосы на теле у мужчины. Да? Да. Фу, мне нравится. Ты любишь лысых вот этих тюленей? Угу. Тебе не нравится? Тебе нравится, чтобы это лысый был? Ну да. Як у твій бывший? Азиат, азиат! Или... Ну то азиат, тебе нравится таки? Це ти коти дитина. Вони понимають, що вона дитину здала в дитину. Вона була волосата. Вона родилась одразу з волосами. З косами, з дредами, или з дредами вперед. Юля молчить, хорошо, ладно. Это твоя тайна, я не буду рассказать. Не надо, я это вырежу, Юля. Про азиата. Спасибо. Чем она вам? Не про азиата. Ну про кого? Не про азиата хотелось. Тебе еще один был? Я чего-то не знаю. Да, еще эфиопец был. С эфиопец. Мне нравится шоколадный. Он тоже был голый, не волосатый. Да? Да. Так, подожди. Где мои вещи? А что, какие тебе вещи нужны в спа, Самвел? Что такое спа? Спа! Бассейн. Спать. Сауна. Спать. Спа. Бассейн. Спа, что это спа? Это бассейн, сауна. Это бассейн и сауна. Да. Что тут спа? Что такое спа? Так называется спа. 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 Тебе спа нужны шорты, халат, тапочки, все. У меня шорты, халат и тапочки. Все, ты готов. Два креста. Ты готов в спа. И ногти. Ты готов спать. А если ногти, там не будут мои ногти трогать? Там есть контроль по росту ногтей. По росту ногтей? Покажи твои ногти.
Покажи. Нет. Ты такая умна? Нет. А я тебе сейчас узнаю, какими ты ногтями ходишь. Какими ты ногтями ходишь. Гримза побила. Гермиона Грейнджер. Все, пошлите. Что-то вычитать. Барин. Брестольский. Боже. Вы такие красивые. Все такие мужики. Скузи. Скузи. Ну такие шоу не прятаться, детей прибавки. Так а что он в купальнике, он идет в спа. Я тоже голос. Where is the spa? Не, Коля, не скузи, а как Коля говорит? Sorry. Боже, холодно. Там бассейн 28 градусов. Иди, Коля, слушай, это такие лабиринты вообще, да? Ага. Такая здоровая. А где спа? Самил, у тебя тоже большой халат? Это спа. Ой, холодно. Вот, спа. Добрый день. Ой. Туда не туда. Прямо, там где выход написано туда. А мы не туда. Нам на выход. И тут раз такая даже дырка. Добрый вечер. Здравствуйте. И куда нам дальше? Прямо. Туда, да? Просто первый раз можете нам рассказать. Ой, тренажеры, глянь, как классно, покажи. Спасибо. Ой, вообще там здорово. Тренажеры. Бассейн. Там ребенок, да? А вода теплая, да? И сало. Ага, спасибо. Вода теплая, 24 года. Ой, как тепленько. А нам все гомки не надо. Хорошо, спасибо большое. Ой, класс. Ты потерял пояс. Уже хочу в бассейн, уже ничего не надо. Давай, я хочу в бассейн. Только мы не снимаешь. Ну, понятно. Как ты туда залезть? А вода хлорированная. Ой, хорошо. Горячая? Такая холодноватая. Да. Надо сидеть. 28 градусов. А тут тепло, да? Да, вообще тут жарко. А где сало? Там. Но сначала нужно окунуться. Хотя бы окунись, Самвел. Окунись, чтобы тело мокрое было, потом иди в сауну. Давай, быстренько. Давай, баба сеяла горох. Раз, два, три. Давай. Раз, два, три. Ой, тону. А глубоко тут все, главное, ты умеешь. А? Ой, как хорошо, вода вообще греется. Вода греется вообще. Ой, как хорошо. Это... А ты знаешь, что глубоко, я не могу достать ногами. Мне 1,72 м, а ты не достаю, подожди. Глубоко спешим. А сколько тут мочь? Пошли в сало. Просто телефон пусти. Ну я ж хочу тоже аккуратно. Что случилось? Дырка на желтой. Дырка трусы ломка. Да, да. Подожди. Иди сюда, покажи. А ты в трусах там была, ребята? Да, без трусов. Что там, сильно? А, нет, оно тут сеточка. Что там? Сеточка, ну там ничего белая? Не видно. Ну да, белая сеточка. Шо? Там ничего не видно. Там сака, но сака не видно. Нет, так не видно, когда ты ходишь. Это хамам? Там люди. Открывай. Открывай дверь. А где Коля? Пошли. А можно телефон в сауну? Нельзя же в Самвел. Слышишь?
Самвел. Класс. Ну покажи, дядь, на 10 секунд. Тут камушки, ребята. Ой, хорошо, давай. Оно очень скользко. Прыгать нельзя. Смотри, с такой высоты нельзя прыгать. Сейчас расшибешь себе позвоночник. Не надо. Никак. Садись на попу и так сползай. Осторожно. Да, как пингвин можно. Тебя подтолкнуть? Может, не надо? Самвел, нет, пожалуйста, не надо. Просто плыви. Да, я фокус навела. Еще бы чуть-чуть я так бы челюстью. Да? Такое. Дурное. Сильно прыгнул, да? А? Как дельфин. Ты дельфин? Да. Плаваю, как дельфин. Это как? Покажи. Это вот так. Савел, ты что? Успокойся. С камерой. Это что? На камеру вперед. О, это как дельфин, точно. Ты легче покляк. Тапочки, тапочки. Ты не понимаешь, что за виды. А куда? Вообще-то выход не там, Самвел. Выход там. Я побил. Тебе смешно было? Да, очень. Я вспомнил, я как. Вспомнил? Да, вот так. Звони. Ну еще раз, как ты, она возьмет трубку, алло. Алло, здравствуйте. Ты скажи, здравствуйте, номер 234. У вас есть карты в наличии игральные? Если нет, да, если нет, то подскажите, скажите, где можно. Положи трубку. Набери 2-2-2-2. 234? Нет, 300. Какие на снова? 324. Алло. Номер для новобрачных. Люкс для новобрачных. Какой-то 4 комнаты. Есть фильм такой прибыл. Алло. Мы чай заказали, ребята. 3 чайника чая. Аж на 247 рублей. Сейчас такими птичками. Мы вытащили заварку, потому что очень крепко. Раз, два, три, четыре. Вот ресепшн, правильно? Да. Вот ресепшн. Ту-ту-ту-ту. Алло, здравствуйте, это номер 324. Подскажите, пожалуйста.
пожалуйста, у вас нет случайно игральных карт? Не подскажете, где можно купить? Или может, подскажете, где можно купить вот сейчас, в ближайшем, может, в каком-то супермаркете? Где, может, у вас можно, скажем, заказать? Хорошо, спасибо большое. Они должны узнать. Вот такая она прям вообще. Она такая хорошая она девочка. Добрая, я ее не видела, но она вообще так попалась, у меня прям вот аж дыхание спирает, знаешь, так вот. Она хорошенькая девочка, да. Очень, да. Слышно по голосу даже. Ой, карта. А мне, знаешь, как воздуха не хватает. Но она неожиданно, ну, карты, да, такой, знаешь, да. Не каждый спрашивает. Она перезвонит. А вообще они должны вот любой каприз клиента исполнять. Так, а такого, как я, изысканного. Ну, они берут деньги за это, за то, что они куплят, пойдут. Они берут за это деньги. Сейчас придут как-то полтысячи. Или тысяч. Лянька, классно, да? Вот это мне нравится. Вот так раз, да. Согнулась. Все прикольно. Что она тебе сказала? Я сейчас узнаю и перезвоню вам. Угу. Он круглосуточный, да? Угу. Угу. Хорошо, спасибо вам большое. Не можем предоставить карты, но рядышком есть супермаркет круглосуточный. Идите. Ну, она не сказала, так можете туда сходить. Просто рядом, если что, есть. Я им сразу сказал, что Вика тут находится сразу. Давайте сходим, коль ты пойдешь. Давай. Ноздри возьми так. Ой, сейчас пить желудочный сладкий. Пошли со мной. Господи, Боже. Господи. Давай-ка я сама схожу. Да я пойду, чего? Да, ты куда присутствует на самом деле. Я так начала, что ты в поезде не подсадишь. Я? Да. Извините, у меня сетка титанова стоит, нихера себе. Так, а что, это 300 килограмм? Так, извините, это туша 120 килограмм. Ой, сколько, 80 есть? Я перепутал. 80 есть, Юля? Она важит 63 килограмма. Да она как добрый мужик, он глянет. Ночь, час ночи, она еще черт. А груши, ребята, просто сок из них течет. Смотрите, какие. Месяц под косу. Ты уже придумала? А вы не ели сырник? Я не понимаю. Нет, да. Было три сырника. Ну ты же девушка. У меня нормальная фигура, я могу себе позволить. А что, жирная? Ты же девушка. Так, все, короче, я пошел сам. Я пошел. Все, я Я схожу сам. Сиди. Нахрена. А что ты с котами надела, глянь, с котами? Потому что я люблю котиков. Специально для меня, да. Боже, не делать ничего. Правильно люди пишут. Правильно люди пишут. Принесешь в Подолі. Что? Принесешь в Подолі кота. Котика? Да. Так это. Ти навіть не знаєш, що таке принесеш по долі? Ну, ребенка принесеш. Ну, то ж. Підсунеш, потім скажеш, що мій. Боже, подивися. Гляньте, воду п'є. Без рук. Без рук, не знаю. Боже мой. Це вища степінь вже трутінізма. Вища степінь трутінізма. Пойдем. Ты смотри, Юля, слезь. Упадешь, голову сломаешь, давай. Спускайся в своих лосинах. Юля, ты что, дурно? Не надо, говорю, слезь. Слезь, говорю. Юля, давай в своем китайском пуховике в Бристоле. Она так красиво в рекламе спускалась. А смотри, какая красота, да? Угу. А скажи, похоже на оперный театр. Вот эти вот скульптуры. Ну, давай я спущусь как надо. Буду теки, кейтвин. А я что, Леонардо Ди Каприо? И в китайском буховике. А ты кто? Кейт Уинслет или Леонардо Ди Каприо?
не подскажете, где это супермаркет? Что сейчас? Сюда, наверх, да. А, наверх куда-то? Ну, сейчас. На перекрёсток и туда. Ага, спасибо, спасибо. Час ночи, мы идем за картами. Одесса, мы ведь уже на море. Мы в Бристоле, твою мать, сегодня красиво. Вот так. Сейчас заплату еще 1000 евро. За что? За огоньки. Не, просто потому что, знаете, постоянно смеются. Когда кто-то приглашает в гости, вы говорите на халяву. Когда где-то сэкономишь, говорите, ой, жмот, засрать. Где-то хочешь красиво, чтоб скажут, о, шикуя. Зажрался. Зажрался. Знаете, как говорил покойный Стив Джобс, что не важно, какие у тебя часы там, за 20 тысяч долларов или за 200 долларов, или за 20 гривен, они показывают то же время. Неважно, летишь ты в бизнес-классе или в эконом-классе, если самолет падает, он падает со всеми вместе. И вот так же в гостинице, неважно, есть мягкая постель или мягкая, то ли это 10 тысяч будет номер, то ли 20 рублей койка. Поэтому я, в принципе, к этому же и склоняюсь. Ну, хотелось красоты. Красоты. Шика, роскоши. Шика, блин. Самвел! Я чокнулась! Боже, час ночи, люденьки! Самвел, нас еще сейчас в ментовку заберут. О, 0,24. А, это банк. Мы не туда свернули. Как? Про кинору сейчас говорю. Им сказал, сюда и сюда. Ага, вот это обязательно бежать со мной? Мужчина с тебя посмеялся. Мужчина с тебя посмеялся. Сколько экспрессии.